Есть основания предполагать, что мужчина на этой видеозаписи причастен к убийству следователя Евгении Шишкиной. Всех, кто имеет информацию об этом человеке, просят позвонить по телефону 8-965-288-0202. Бывший первый заместитель руководителя Казбек Булатов и старший следователь по особо важным делам Андрей Филиппов, Следственного управления по Карачаево-Черкесии, начальник Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской республике Тимур Битуганов подозреваются в коррупционных связях с кланом Арашукова и превышению должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело. Сирийский мальчик Ахмад Алиса Махмуд, потерявший ногу при взрыве мины, вновь ходит. Лечение в одной из лучших российских клиник стало возможным при активном участии Следственного комитета России. Тема лекции доктора юридических наук Александра Бастрыкина «Терроризм и экстремизм. Международное сотрудничество в борьбе с террористической угрозой». Тахир Бигельдиев и Нариман Атепов задержаны сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета по Северному Кавказу совместно с оперативниками ФСБ. Они входили в состав банды, совершившей нападение на российских военных в Дагестане в 1999 году. Им предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащих. 8 месяцев лучшие врачи боролись за жизнь 7-летнего Степы из Вологды, который находился в искусственной коме после избиения в приемной семье. В связи со смертью ребенка статьи обвинения его истязателям переквалифицированы на более тяжкие. Дело находится на личном контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В Волгограде во время обыска у дельцов теневого икорного бизнеса найдено около 100 килограммов черной икры, 48 миллионов рублей, 40 тысяч долларов, 38 тысяч евро.